Ярославка. Оля, тобі слово. Дякую, Олександро. Тож, продовжуємо інформаційний водоспад буквально цієї години про те, що уряд схвалив проєкт стратегії економічної безпеки України. О 17-й – як реконструювати французький бульвар. От, до речі, будуть запитувати самих одеситів. А о 18:30 – головне політичне ток-шоу «Півдня країни» «Прожектор 2.0» – боротьба зі шкуродерами. За законом чи по совісті? Чоловік холоднокровно вбив кота на очах у господарів. Недавня подія у Царському селі привернула увагу громадськості та змусила говорити про жорстоке ставлення до тварин, шкуродерство і захист братів наших менших. Про те, чи здатне українське законодавство допомогти викорінити жорстокість щодо тварин у нашому суспільстві, і чи має право суспільство власноруч впливати на кривдників, говорять сьогодні мої колеги з гостями у ток-шоу «Прожектор 2.0». Початок, нагадаю, о 18:30. І далі до таких подій. Данія призупинила вакцинацію щепленням AstraZeneca через почастішення випадків тромбозу. У той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведено. Раніше в Австрії була заблокована партія AstraZeneca після того, як 49-річна медсестра померла за 10 днів після вакцинації через важкі порушення згортання крові, а її колега була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії. Після цього застосування партії AstraZeneca також заблокувала Естонія. Разом із тим, вчора міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що наша країна в рамках глобального механізму COVAX закупи AstraZeneca, яка виробляється у Південній Кореї. До кінця другого кварталу поточного року очікується поставка до 3 800 000 доз цієї вакцини. Тож, чи варто закуповувати препарат Україні, поговоримо з Анатолієм Редером, генеральним директором компанії Інтерхім. Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Тож, чи є сьогодні все ж таки перестороги щодо AstraZeneca? Ну, дело в том, что в этой ситуации все вакцины, как мы знаем, находятся на третьей стадии фазы клинических исследований, третьей фазе клинических исследований. К сожалению, ни одна из них из-за недостатка времени, из-за срочности с вакцинированием не доведена до конца. По всем вакцинам, к сожалению, есть какие-то тревожные факты. Но, к огромному сожалению, у нас нет выбора. То есть единственная вакцина, которая для нас доступна, это именно та, которую мы можем купить. И, к огромному сожалению, в этой ситуации пока что никакой другой вакцины мы, наша страна, купить, закупить не в состоянии. Да, действительно, есть тревожные показания, во-первых, относительно побочных действий. В том числе я только что читал, что один смертельный случай, одно серьезное осложнение выявлены в Германии. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, есть информация о том, что конкретно вакцина AstraZeneca показывает минимальную эффективность при противодействии или при незаражении уже мутировавшим COVID-19, так называемым южноафриканским вирусом. По исследованию на 2000 добровольцев было показано, к сожалению, эффективность только 22%. Именно на южноафриканский так называемый штамм. Это, конечно, темная сторона медали. Светлая заключается в том, что процесс вакцинирования, конечно, необходим. И, конечно, нужно двигаться. Но у нас, к сожалению, очень небольшой арсенал этого движения. И в этом арсенале сегодня есть, к сожалению, только именно та вакцина, которую мы в состоянии купить. Ну, наразі ми говоримо і про Covishield теж, тому що вже стартувало щеплення саме цією вакциною. Чи можемо ми сьогодні говорити, що одна з них, наприклад, більш безпечна або більш ефективна, або це таки без сенсу розмова? Ви маєте в виду Covishield в порівнянні з AstraZeneca оригінальною? Так. Ну, я думаю, что это вопрос к специалистам, которые проводили инспектирование производственных мощностей Серум института в Индии. Если эти специалисты подтвердили, собственно, надлежащую практику в этом месте производства, то по большому счету правила надлежащей практики, они одинаковые для всех. Если эти правила подтверждены у этого конкретного производителя, то в первом приближении мы не должны ставить под сомнение результат. Угу. Анатолію, чи вакцинувалися ви вже самі або плануєте? Я не вакцинувався.
Дело в том, что я переболел ковидом, это было не так давно, и моя позиция такова, что до тех пор, пока я защищен естественной иммунизацией, то есть если, ну, иммунизация может быть естественная и искусственная, условно, с помощью вакцинации, но и та, и другая иммунизация приводит к одинаковому эффекту. Человек защищен с помощью либо гуморального иммунитета, либо еще более глубоко клеточного иммунитета. И до тех пор, пока я защищен своим иммунитетом, выработанным в результате заболевания, я считаю, что вакцинирование не имеет смысла. Если пройдет после моего заболевания определенное количество времени, просто в среднем считается, что гуморальный иммунитет действует от 3 до 6 месяцев, клеточный иммунитет сохраняется и более 6 месяцев. Если я делаю регулярные анализы, смотрю состояние своего клеточного иммунитета и гуморального, если я увижу, что оба эти иммунитета упали, титры антител и титры Т-киллеров упали, то, вне сомнения, я решу для себя, что я должен вакцинироваться. Ну и еще питание. Но не до того, если у меня есть на сегодняшний день защита в результате естественной иммунизации, я считаю, что вакцинирование не показано мне. Угу. Тобто логічно, що якщо українець може собі це дозволити, варто вивчити імунітет. Ну, це я так, якщо правильно розумію, зробити аналіз на антитіла G, так? І якщо там буде позитивний результат, то можна поки не вакцинуватися. Це моє мнение, моє личне мнение як спеціаліста. Я постійно його промотирую, постійно о ньому говорю. Вакцинування людей, имеющих імунітет, це і бессмысленная трата ресурсов, которые необходимы для тех, кто еще не получил иммунитета. И не совсем однозначное с точки зрения воздействия на организм действия. Поэтому если человек в данный момент защищен от заболевания, то я не вижу смысла вакцинации в этот конкретный момент. Но вне сомнения, человек, который не имеет титра антител или не имеет клеточного иммунитета, я считаю, что необходимо вакцинироваться. Анатолію, логічне питання все ж таки. Якими би ви рекомендували послуговуватися чинниками і ознаками при виборі вакцини? Тому що у найближчому майбутньому ми зможемо обирати, ну хоча б із двох, якусь одну вакцину. Ну, смотрите, ситуация достаточно сложная, потому что, ну, из тех вакцин, которые уже как бы циркулируют, абсолютное большинство сделаны на основе условного иммунитета, собственно, развития иммунитета к конкретному спайк-белку, конкретному белку, окружающему оболочку коронавируса. Но именно этот белок подвержен максимальным мутациям, потому что он таргетируется как самим вирусом, который для него является решающим для, собственно, заражения человека, так и разработчиками вакцин. Но в связи с тем, что именно этот белок мутирует, именно в этой части РНК происходит мутация, которая отвечает за синтез этого белка, то возможно, что при очередной мутации вакцинация станет неэффективной. Поэтому я бы предпочел, чтобы вакцина, которую буду вакцинироваться я, чтобы она вырабатывала полный комплекс антител, в том числе и антител к белкам, находящимся внутри собственно, самого вируса, так называемым нуклеокапсидным белкам. А такая вакцина, видимо, появится в будущем. То есть, если я правильно произношу название компании, это компания Nanovax из Мэриленда, которая пытается создать именно вакцину, содержащую все участки РНК, отвечающие за синтез всех 8 белков. Вот это, с моей точки зрения, будет наиболее эффективная вакцина. Либо, как мне кажется, будет эффективная вакцина, которая сделана по классической технологии. Ну, в данном случае, если идет, ну, на рынке, это только китайские вакцины. Но нужно понимать, что вакцины, сделанные по классической технологии, к сожалению, будут наиболее рисковые в том числе. То есть они могут вызывать чуть больше побочных эффектов. Но, тем не менее, будут вызывать существенно больший иммунный ответ у человека. Дякую, Анатолію, за розгорнуту відповідь. Анатолій Редер, генеральний директор компанії «Інтерхім», обговорювали одну з вакцин, які вже існують у світі. Це вакцина AstraZeneca. От, зокрема, в Данії, за останніми даними, відмовилися від щеплення, призупинили принаймні щеплення цією вакциною. Чому? Тому що нібито саме вона викликає тромбози. І в інших країнах, знову ж таки, нібито сталися смертельні випадки.
випадки. Зрозуміло і логічно, і це завжди повторюють медики, зв'язку між вакцинацією та смертельними випадками або просто випадками з ускладненнями не доведено. Це теж дуже складна і тривала процедура, але все ж таки от у Данії ухвалили поки що таке рішення. Вже Естонія від AstraZeneca відмовилася. І в Угорщині відбуваються такі ж процеси. Україна планує закуповувати близько 4 мільйонів доз саме цієї вакцини виробництва Південної Кореї. Цю частину ефіру для вас провела я, Ольга Гвоздецька. Наразі прощаюся, до завтра. І радо зустрічаю в ефірі Ольгу Голодову, вона у сусідній студії, готова приступити вже і до свого ефіру. Олю, тобі слово. Вітаю, Олю, дякую тобі за твій інформаційний блок. Наступні півгодини будемо говорити про те, що Кабмін схвалив стратегію економічної безпеки України до 2025 року. Говорити про це будемо після рекламної паузи. Чекаємо в гості економіста Олег Рубель завітає до нас. Дочекайтеся і будемо обговорювати тему разом.